Британская полиция распространила в пятницу фотографию исполнителя теракта, совершенного в среду в центре Лондона. Ранее он был идентифицирован как 52-летний британец Халид Масуд. Известно, что при рождении имя террориста было Эдриан Рассел, но позднее он женился на мусульманке, принял ислам и стал Халидом Масудом. Британские СМИ высказывают предположение, что радикализация Масуда произошла в тюрьме, где он ранее отбывал наказание за насильственное преступление. Полиция продолжает расследование обстоятельств теракта. По подозрению в причастности к террористической деятельности уже задержаны более 10 человек в разных городах страны. Тем временем наследник британского престола принц Уэльский Чарльз посетил в больнице пострадавших в результате теракта. Он поблагодарил врачей и медицинский персонал за профессионализм и усилия по спасению раненых. В пятницу около Вестминстерского аббатства прошла религиозная церемония в память о жертвах нападения, которое унесло жизни 4 человек. В ней приняли участие архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а также представители мусульманской, католической и еврейской религиозных общин, вместе почтившие память погибших минутой молчания.